Ильнур, ну поздравляю с победой. Хочу попросить Спасибо. Поделиться первыми впечатлениями от прошедшего матча. Ну, игра такая, скажу, тяжелая была. «Зенит» – хорошая команда, молодые все футболисты, квалифицированные. В принципе, я думаю, по делу мы выиграли. Моменты у нас хорошие были, забили все мячи. В принципе, игра хорошая была, зрелищная. Ты сегодня оформил дубль. Вспомни, как забивал эти мячи. А первый мяч я забил там. Миша Багаев прострелил вдоль ворот. И я там оказался в нужное время, в нужном месте. Подставил шагу, забил. А второй мяч, по-моему, Миша Бирюков получил и мне там верхом отдал. И из глубины выбежал и вратаря перекинул. Спасибо большое моим партнерам. Кому посвящаешь мячи? Ну, у меня у девушки завтра день рождения. И ей посвящаю свои головы.